Так мы делаем тут, где место кормления. Это где люди ходят, дорожки отбили. И сейчас щебнем отсыпаем. Все. Ходить невозможно. Это вот когда люди кричат, бетон там живо. Вот они бы пришли, на этой земле бы походили. Я думаю, что они кричали вот целыми днями, что нужен бетон, когда вот такая вот жижа кругом. Ну, в общем, просто здесь место кормления. И все это потом отсевом еще покроется. Вот.